камера работает, звук пишется. Меня Жень зовут. Я документалист. Кино снимаю про сверхъестественное. Сегодня я избежал смерти. Да. Дьявол существует. Смерть. Это же еще не конец. Возможно, прибор увидит то, чего не увижу я. Блин, ребят, лет 400 назад вас бы, знаете, на костре сожгли обоих. Наверное, что-то внутри тебя не дает тебе покоя. Человек не должен ничего бояться.